Пришли результаты единых государственных экзаменов, которые выпускники сдавали первыми. Напомним, 25 мая состоялись итоговые испытания по литературе и географии. Эти экзамены сдавали 30 человек. ЕГЭ по литературе уссурийские школьники прошли успешно. 21 человек сдавал эту дисциплину. Минимальный порог баллов набрали все. Максимально набранное количество баллов по этому экзамену в уссурийском округе составило 66. А вот ЕГЭ по географии не сдали двое уссурийцев. Проходная цифра равнялась 37 баллам. Эти выпускники не достигли заветного порога. Возможность пересдать географию у них будет не раньше сентября. Лучший результат по этой дисциплине равняется 77 баллам. На сегодняшний день уже пройдены выпускные испытания по математике, русскому языку, обществознанию и химии. 11 числа школьники будут сдавать первую часть иностранного языка. Результаты по русскому будут известны не ранее середины июня.